Что-то будет сейчас, может, заявление какое-то. Тут говно что-нибудь приходит сюда. О, все ньюзы. Главные, не главные, американские. What are you doing? It's already here. They're all here. Maybe the governor is gonna speak. So they're just telling the story what happened here last night. Such a tragedy that we heard last night when the shots were fired right after midnight. And we just came out of that street over there. I believe not so far from this spot. Why is it on the way over there?
Oh, hi. Tell Annie you said hi. Okay, I will. Такая картина сегодня рядом с нашей улицей. Очень много разных корреспондентов приехало, чтобы снять репортаж о стрельбе, которая случилась ночью в этом месте. Нападение было совершено после полуночи. Из черного джипа расстреляли людей, которые находились здесь на вечеринке для подростков. Погиб один мальчик 13 лет и еще один парень из школы, которая находится недалеко здесь в районе, баскетболист. Ему, по-моему, 19. Очень много корреспондентов ходят, снимают интервью. Сегодня должны были к нам приехать разные официальные лица в город, говорить на эту тему и сказать, что, конечно, это не терроризм, но это может быть очень сильные разборки между какими-то бандами. Этот клуб недавно перешел в руки новых владельцев, и, может быть, кто-то хотел их напугать таким образом. Ну, конечно, выбрали ужасный вариант. Причем расстрел начался, когда приехали родители, чтобы забирать, уже вечеринка кончалась, чтобы забирать своих детей отсюда. К сожалению, наша тихая улочка попала в мировые новости. Я сегодня проснулась и увидела это и на вестях, и на Медиаметрикс, и на Россия-24. Все.